Всем привет, и я вернулась на YouTube. Я, наверное, уже задолбала, потому что только сегодня сказала, что ухожу. Я, конечно, вернулась не только из-за поддержки своих подписчиков, а из-за одного чудодейственного приложения. Хотела бы сказать своим подписчицам или звездочкам, да, решила, что буду так называть подписчица. Подписчицы, подписчиков, ну, в основном подписчиц. Да, будете у меня звездочками и позже об этом приложении. Спасибо этим девочкам, и я оставлю ссылочку на приложение и этих девочек в описании. Спасибо вам огромное, люблю. Сейчас покажу то самое чудодейственное приложение, которое освободило же мне сразу 1 гигабайт. Я очень рада. Кстати, комментарии этих девочек будут в конце видеоролика. Надеюсь, это приложение и вам тоже поможет, как и мне. И это приложение, да, это Keep Cleaner, паста. Да, мне кажется, многим это реклама подалась, она уже всех задолбала. И я решила скачать, и реально помогло. А также, ребята, ссылочка будет в описании. И сейчас покажу комментарии тех девочек, своих звездочек. Вот они, спасибо вам огромное, и я вернулась, ваши одежды оправдались, и ссылочки на вас я оставлю в описании, спасибо. Огромное вам говорю спасибо, все ссылочки, как я сказала, в описании, и на приложение, и на этих девочек, а также смотрите, сколько места у меня освободилось, сколько приложений смогла скачать. Вы, наверное, офигеете, потому что я сама офигела. И вот я удалила гачу, и у меня было 3 приложения самых первых. А потом я смогла скачать все вот это, если не считать, ну, приложение самого. Спасибо за просмотр, и всем пока, ждите дальнейших видео. И спасибо за поддержку. Всем пока, люблю мои звездочки. Хочу сказать, это было не реклама, а приложение мне реально помогло. Всем пока, буду стараться делать видео лучше. Всем пока. Наконец попробую нормально вырезать.